Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні директор французького культурного центру «Альянс Франсез Одеса» Діана Бангура. Діана, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. І вже дуже скоро починаються вечори французького кіно, вони починаються по всій Україні, і саме в Одесі також. Це традиційна програма, яку ми можемо бачити кожної зими. Що зараз готуєте до цієї програми? В этот раз у нас будет вечера французского кино в Cinema City с 21 февраля по 27 февраля. И будут разные, очень разные фильмы в этот раз, и исторические, и комедия, и драма, и трагикомедия. Вот, поэтому будут разные жанры, поэтому думаю, что всем будет интересно. Всего 5 фильмов, так? Да, совершенно верно, это премьеры, вот, поэтому это будет немного сюрпризами. И есть очень интересный тоже момент, это все фильмы в оригинале, значит, на французском языке и с украинскими субтитрами. Таким образом, вы сможете услышать тоже французскую речь. Французскую мову, так, это очень важно для нас также. Щодо программы, то есть она різноманітна, но можно детальніше зупинитися на кожному фільмі, що чому саме він, чи хто взагалі обирав цю програму, якими принципами користувалися, коли обирали фільми? Угу. Во-первых, хочу отметить, что наши партнеры, очень давние партнеры Art House Traffic делают тоже волшебную работу, очень хорошую работу, тоже выбирают отличные фильмы по мне. Вот. И в этом году у нас мы начнем вот это торжественно, скажем так, открытие фестиваля с фильмом, который называется «Один король». Вот. И это фильм исторический, да, фильм, который проходит во время французской революции. Вот поэтому все люди в эту эпоху вот, одеты. Там, это очень тоже есть интрига. Это очень такой фильм для тех, которые любят или историю, или французскую историю. Это, чи взагалі да. Французское кино, яке ми знаємо, що дуже чемно відноситься до костюмованих саме картин. От, і це дуже приємно. Що ще? Значит, «Один король» будет возможен посмотреть на фильм и 21, и 22 февраля, у кого не получится 21-го. Вот. А потом у нас будет 23 февраля комедия, которая называется «Гаспар едет на свадьбу». Вот. Это очень веселая комедия. Это будет тоже в Cinema City в 7 часов. Все фильмы в 7 часов начинаются. И 24 и 25 февраля будут показаны фильм «Честный человек» режиссера Луи Гарель, который обычно актер, в этот раз он режиссер. Луи Гарель, у него целая семья великих режиссеров, поэтому я сама жду не дождусь, хочу посмотреть на фильм, да. И в этом фильме это немного треугольник, такой любовный треугольник, как во Франции любят снимать фильмы на этой теме. Но в любом случае в этом фильме все любят больше всего себя. И это тоже так психологически интересно. Ну, то есть это тоже комедия или трагикомедия? Да, это не совсем комедия, конечно. Это больше да, такое трагикомедия. Но я хочу тоже упомянуть, что будет тоже играть Лили Роз Депп. Паради Депп – это дочка Ванесса Паради, французская певица и актриса, и Джонни Деппа. Поэтому будет тоже це такая возможность цікаво. Ее да, зірковый, увидеть. Зіркове ім'я завжди привертають увагу. Да. Так, и это уже третий фильм. Что будет на четвертый? Да, будет фильм, который называется «Аманда». Это призер Венецианского фестиваля. Вот «Аманда», тоже рекомендую. Он такой более спокойный фильм, но
Мелодрама. Да, 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 совершенно верно. И 27 февраля трагикомедия «Что, что-то не так с тобой», так называется фильм. Да-да-да. Як саме обирали ці фільми? Тобто, дійсно, ми також знаємо про французьке кіно, що це багато комедій, це гарний юмор, який, ну, мені здається, близький до наших глядачів. Тобто, тут також є упор, я б казала, на комедії. Да? Чому саме комедії? Да, действительно, во-первых, мы в Одессе, да, правильно, одесситы ценят юмор, но я могу сказать, что здесь, в этом фильме, кроме «Гаспар едет на свадьбу», все фильмы, они совсем про юмор, есть какие-то, конечно, моменты, но они как в жизни, понимаете, иногда весело, иногда грустно, и в общем, так і є в остальних фільмах, як би. Чи було б бажання показати якісь сучасні тенденції французького кіно? І які саме зараз тенденції? Тобто, що зараз бажають бачити на екранах у Франції? Во Франции, конечно, комедии всегда, люди любят комедии, все, думаю, любят расслабиться, посмотреть. Некоторые иногда все больше и больше тоже, иногда документальные фильмы, все больше и больше люди любят посмотреть, понимать, в каком мире мы живем, вот какие есть, может быть, что-то в других странах, поэтому открывать к миру, как бы. Поэтому по-разному. То есть серьезных тем так уж торкают. Да, совершенно верно. Все больше и больше люди интересуются, да. Але все ж таки вечори французького кіно, вони дійсно традиційні, вони не, це не є частю французької весни, яку ми всі також чекаємо. Вечори французького кіно, вони взагалі якось намагаються презентувати французьке кіноіскусство. І як ви вважаєте, що саме чекають глядачі від цього тижня? Во-первых, я думаю, что можно на самом деле окунуться в этой французской жизни, да, вот. И мне очень интересно, что можно следить за обществом, да, таким образом, какие вопросы себе задают французы, что их волнует, если есть совместные, может быть, какие-то переживания, вот. Я думаю, что это, конечно, нравится, естественно, тоже нравится людям слушать, может быть, французскую речь. Некоторые смотрят кино и говорят: ой, какой французский язык красивый. Потом приходят к нам в французский культурный центр Ленсенсес. Да, приходят, там учат французский язык у нас. Некоторые просто потом следят за нашу деятельность, ходят просто на другие мероприятия связанные. Мне кажется, это самая и та миссия, с которой вы функционируете в Одессе и других местах України. Тобто щороку проводити такий тиждень французького кіно. І завжди, мені здається, ви збираєте якийсь зворотній зв'язок. Що саме кожного року розповідають вам ваші глядачі? Зрителі говорять, що їм дуже подобається більше комедії, на самом деле. Это мы, конечно, услышали. Но у нас тоже задача это все-таки показать то, что есть во Франции, да, то, что сейчас модное, может быть, или не модное, но то, что на самом деле существует. Ну, это також має відгук від глядачів, так? Да, на самом деле некоторые зрители говорят, что ой, я бы, ну, не знаю, может быть, не пошла бы, а теперь я очень довольна, что на самом деле это не комедия, но все равно было интересно, все равно было эмоции, много эмоций, понимаете. И все говорят, что французский стиль, он такой особенный, что можно посмотреть фильм и прям понять, что это французский фильм. Я не знаю. Это действительно так. Очень сложно сказать, что именно, да, но есть такое. Якийсь французский шарм, як ми розуміємо. Говоримо, буде проходити усі покази, будуть проходити у Cinema City. Мені здається, це така нова локація для вас. Взагалі, ви також переїхали, у вас зараз нова адреса. Где зараз и чему саме? Да, мы переехали на Коблевская 40, приходите в гости.
вот, недавно, да, в январе, поэтому у нас все уже работает, занятия, мы организуем многие курсы французского языка, детский лагерь для тех, которые тоже хотят, чтобы дети говорили немного по-французски в любом случае, и много всего интересного. Мы переехали в январе, потому что здесь нам более комфортно, мы можем развиваться, и просто это тоже очень удобно, это в центре города, транспортная развязка. Да, саме так. Вот, и нам це також важливо, щоб такий центр дійсно гарно функціонував у місті, бо він важливий для одеситів також. Мені здається, що вже зараз ви готуєтесь до головної події весни, це французька весна в Одесі, це також традиційна подія, і вона масштабна, вона збирає дуже багато глядачів, не тільки в Одесі, також у тих містах, де вона проходить. Що буде саме цієї французької весни, на що чекати глядачам? Значит, конечно, французская весна, мы уже работаем давно над программой, над организацией. Естественно, сегодня я пока не могу раскрывать все тайны. Все, але участку. Участку, хорошо, часть. Значит, однозначно будет разнообразная французская весна. Потому что будут и музыка, концерты, само собой, и, может быть, тоже писатели, может быть, еще... Ой, я даже не знаю, ведь что могу сказать, что не могу сказать. Ну, хоть что скажите, чтобы заинтриговать. У нас будут, как это называется, фэшн-шоу. О! Да, как будет фэшн-шоу по-украински? Фэшн-шоу, модный шоу, да, модный показ. Модный показ и очень своеобразный. Будет разные... Ну, я вже ж кіно, так? Я розумію, що кіно, ніч короткого метру, мені здається, це також традиційна подія в рамках французької весни. Але все ж таки це буде навесні. Навесні зараз... В апрілі. В яких саме числах, які дати французької весни ви плануєте? Бо зараз тиждень французького кіно, він завершає лютий. Так, він завершає лютий, а які дати у квітні ми чекаємо, коли ми чекаємо французьку весну? Значить, в початку апреля почнеться французька весна. Поки ще дату я не можу точно сказати, але це буде в початку апреля, як завжди. В будь-якому випадку буде прес-конференція, ми вас пригласимо обов'язково. Почекаємо. Так, як я говорила, буде різнообразно. Поэтому следите за нашу деятельность, за наш Фейсбук, потому что потихонечку будем давать какие-то анонсы. Да, анонсы, совершенно верно. Отже, мы чекаем, а зараз еще раз нагадаємо, что саме можно побачити у тиждень вечерів французского кино зараз на кінці лютого. Да, я хочу тоже добавить, что у нас разные другие мероприятия будут уже организованы, поэтому помимо вечера французского кино, поэтому следите за нашей деятельностью на сайте, на Фейсбуке, потому что там масса разного и всего интересного вы там и найдете. С 21 февраля по 27 февраля мы вас ждем в Cinema City в 7 часов. Будут вечера французского кино. Это будет здорово, как всегда. И мы вас ждем. Я буду на открытии, вот, поэтому мы еще увидимся. Дякую вам і нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була Діана Бангура, директор французького культурного центру «Альянс Францез Одеса».